Фонд «Защитники Отечества» помогает не только военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, но и их семьям. По необходимости сотрудники фонда оказывают юридическую, психологическую и социальные виды помощи матерям и женам погибших участников специальной военной операции. У меня сын погиб, гвардии лейтенант Ильдар Ханнанов, командир взвода 31-й бригады. Поэтому у меня были юридические вопросы. Непосредственно помощь я получила результативную. Женщин не оставляют без внимания, приглашают к участию в мероприятиях, поздравляют с праздниками. В преддверии 8 марта матерей и жен погибших участников специальной военной операции поздравили, подарили приятные презенты и организовали развлекательную программу. Это солнышко, которое у нас сейчас на улице. Мирное небо – это благодаря тому, что ваши мужья, дети отдали свою жизнь за нашу Родину. Также членов семей погибших участников СВО пригласили на чаепитие, где женщины обсудили волнующие вопросы с сотрудниками и руководством фонда. Со дня открытия 31 мая прошлого года фонд «Защитники Отечества» принял более 3000 обращений. И они задали порядка, если память не изменяет, 5200 вопросов, 96% из которых мы уже практически решены. Нас принимают представители медико-социальной экспертизы, МФЦ, значит, представители страховых компаний. Со следующей недели планируем, будут вести прием по графику представителей областного военкомата. Ульяновский филиал фонда «Защитники Отечества» работает по адресу улицы Кирова, 20, с 9 до 18 по будням. Также с вопросом можно обратиться по телефону 22 95 27. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.